Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, и сегодня у нас будет конкурс. За 100 лет, наверное. Зато официальный. Будем разыгрывать официальные души игры Mortal Kombat Mobile от Nezlom Studios. В сумме выйдет 1200 душ, и за 30 дней. Каждый день вам будет начисляться 40 душ. Я думаю, вы эту систему знаете. Но плюс еще, самое главное, наверное, это то, что после того, как вам начислят 1200 душ за 30 дней игры в игру Mortal Kombat Mobile, также вы еще получите 5 душ ежедневно. Ежедневно 5 душ вы будете получать с заданий, когда я буду, конечно же, заходить в игру. Но это не самое главное. Самое главное, что у вас будут души, чтобы открыть наборы. И еще вы получите рандомного персонажа МК-11 в игре Mortal Kombat Mobile. Это может быть Джейд, это может быть Рейден. Насчет Саб-Зиро и, конечно же, Скорпиона я не уверен. То, что выпадают именно золотые, алмазные персонажи. Но вот то, что выпадают золотые персонажи, это 100%. Либо Рейдена, либо, конечно же, Джейд вы получите благодаря тому, что, конечно же, поучаствуете в этом конкурсе. Что нужно сделать? Все очень легко и просто. Подписаться на мой канал и Инстаграм. Чтобы найти ссылку на мой Инстаграм, все, что вам нужно сделать, это, конечно же, перейти в комментарии, там будет закреп, либо в описании под моим роликом. По сути, это все. А, и, конечно же, в комментах написать ссылку на свой Инстаграм, либо, получается, сейчас вы на экране увидите, там будет собачка и ваш тег. И, в принципе, все, я таким образом найду победителя, и после этого либо вам напишу, либо вы мне напишите в инсте, и я, конечно же, с вами договорюсь, как ввести этот код. Делается это достаточно просто, я сейчас все продемонстрирую, как и что будет работать. А мы начинаем. А перед началом ролика, ребят, немного рекламы. На сайте ProSeller недавно появились души для iOS-устройств, а также и персонажи, поэтому переходите по ссылкам в описании и приобретайте для iOS как души, так и персонажей. Для Android, как всегда, можно приобрести кучу душ, кучу персонажей и кучу разной валюты. Ссылочка будет, еще раз повторюсь, в описании. А я продолжаю ролик. Для начала я, конечно же, зайду в игру Mortal Kombat, потому что все-таки я покажу вам, что у меня еще привязки никакой нету, и то, что этот код 100% будет разыгран. Это я не обманываю никого, это будет на 100%. Заходим в опции, получается, и смотрите, вверху написано «Связать с Mortal Kombat Mobile». Нажимаем на квадратик, и здесь, да, как вы видите, есть привязка «Связать с МКМ». Без особых проблем мы это сможем сделать. Поэтому привязка будет 100%. Я еще не привязывал игру, поэтому здесь именно консольной версии игры никакой привязки нету, и это очень хорошо. Далее, что нужно от вас? От вас требуется только всего, если вы победили, это сказать мне код, как это сделать. Для начала это, конечно же, зайти в игру Mortal Kombat Mobile, и после этого сейчас я вам все продемонстрирую. Если, конечно, игра загрузится. О, все, загрузилась. Как вы видите, с этим у нас проблем нету. Далее переходим в коллекцию. О, не в коллекцию. Зачем переходить в коллекцию? Я уже начинаю записывать ролик по Mortal Kombat Mobile. Далее переходим, по-моему, в настройки, и здесь есть клавиши «Связать с консолью». Если кто не заметил, она слева посередине написано «Связать с консолью». Нажимаем на нее. У меня уже подключение есть к консольной версии МК-11. Ну, не совсем консольная, а к ПК. Я соединялся с ПК-версией игры. И таким образом у меня кода никакого не написано. У вас будет написан специальный код, который вы мне назовете. Я его введу у себя на консольной версии в игре. И потом вы ежедневно будете получать по 40 душ в течение 30 дней. Одного персонажа не ежедневно, а только лишь один раз. Это будет либо Рейден МК-11, либо будет, получается, Джейд МК-11. Я почему-то не могу выговорить Джейд, потому что меня этот персонаж всегда очень сильно бесит. И, конечно же, после этого, когда уже пройдет вот эта вот акция в виде 40 душ ежедневно, да, все правильно я сказал, если вы зайдете в задание, то тут будет бонусное задание «Войдите в МК-11 на консоли, требуется связь с консолью». Вы будете после этого ежедневно получать по 5 душ, вне зависимости от того, в целом я сегодня не зашел в МК на ПК, но на ПК я и не захожу, я ежедневно играю именно на консоли. А вы будете ежедневно получать по 5 душ, пока вам не надоест игра, т.д. и т.п. Ну или пока я, скажем так, ну,
Вы поняли, да? В общем, неважно. Короче, у вас есть шанс получить официальные души на игру Mortal Kombat Mobile. Это же круто, мне кажется. Возможно, именно официальные души вам принесут те самые персонажи, которых бы вы хотели. Например, алмазные карточки и так далее и тому подобное. Кто знает, вдруг там подкрутка какая имеется. Ну, это, конечно, маловероятно, но все же. Еще раз повторюсь, что от вас требуется. Это, конечно же, подписаться на мой YouTube-канал. Это легко сделать. Нажать на кнопочку «Подписаться». И второй момент — это подписаться на мой Instagram, потому что что-то там мало подписчиков. Я такой подумал, надо, чтобы их было чуточку больше. Наверное. Поэтому подписаться еще на мою инсту. Это все. Ну и, конечно же, написать комментарии с вашим инстаграмом. Ну, чтобы я знал, кому писать. ВК смысла нет, потому что у меня закрыто все в ВКонтакте, а в инсте у меня директ открыт, поэтому без особых проблем я вам могу написать, и вы мне можете тоже написать что-нибудь интересное, красивое, крутое и забавное. Самое, конечно же, главное, когда будет розыгрыш. Розыгрыш будет достаточно быстрым. Все, что мне нужно будет, это запустить рандомайзер и просто прочекать ваши комментарии. Рандом выберет обычный ваш комментарий, который вы оставили у меня под этим роликом. Конечно же, ссылкой на Инстаграм. Вашей ссылкой на Инстаграм. И все. В целом, это все, что нужно. Никаких репостов, никакой другой шняги. Просто подписаться на два ресурса. YouTube, Инстаграм. Ну и, конечно же, оставить комментарий. А дальше дело за малым. Еще хотелось бы пояснить одну такую вот штуку. Достаточно, возможно, глобальную. То, что если вы уже ввели код, второй раз вроде как не получится. Но если у вас нет какого-нибудь другого устройства, тогда да, на другом устройстве вы также можете попробовать поиграть. Например, если у вас там два аккаунта, например, либо два андроида, либо iOS и Android, как, например, у меня, то тогда у вас есть шанс победить и, естественно, ввести этот злополучный код. И вы будете от Стивена получать по 40 душ ежедневно. Классная тема. Ну, мне так кажется. Я не знаю, это какой-то нестандартный конкурс получается, потому что я и не предполагал именно такого рода конкурсы устраивать. Это было бы странно. Но все-таки у меня это получилось сделать. Плюс мне они, конечно же, не нужны. Ну, по сути, эти души, потому что у меня уже и так есть все. Поэтому я думаю, что будет интересно вот такой вот конкурс устроить. Я один раз сыграю за Скорпиона. Да, вот, все. А, надо еще одного защитника выбрать. Ну, давайте Бараку выберем и Рейдена. А это я играть буду? Вы хотите сохранить свою команду защитников? Естественно, хочу. Я только не понимаю, в чем прикол. Команда защитников обновлена. Так, найти битву. Бой с ИИ. Но это интеллект, да, искусственный. Ну ладно. Поиск противников. Странно, если поиск противника будет с искусственным интеллектом. А ну да, тут есть какие-то чуваки, которые поставили персонажей. Ладно, давайте посмотрим, что это такое. А, атакующую команду тоже выбрать надо. Ну давайте, кем я там играть умею? Джонни Кейджем я не особо умею. А, Кабл, это 100%. И еще один персонаж. Можно выбрать Джейд, но... Нет, давайте Эрон Блэк. Все, подтвердите выбор команды. Подтверждаю выбор команды. Ну и давайте попробуем сыграть. Включите в перемотку вперед 2x. Зачем? Для чего это делать? Для чего включать перемотку? Ну ладно, неважно. Это, наверное, мои персонажи будут сами махаться. Кайф! Нет! Скорб ты не должен ливать. Давай, тащи, Скорпион! Хорош! Гаси ее! Вот так вот! Отлично! Мой скорб тащит! Идеально! Нет, Скорпион, она тебя побеждает! Делай что-нибудь! Счет 1-1! Нет, Скорпион проиграл! Ну, женщина, как так? Как ты одолела моего Скорпиона? Ну, нечестно на самом деле. Это не я, если что, играл, я так быстро не умею. Но выглядит это все забавно. Очень забавно. Смотрите, если что, я не играю. Я просто решил протестить, что это такое. Здесь даже не за что давать это, желтый доллар, потому что тут непонятно вообще, что происходит. Персонажи просто-напросто бегают и друг другу мутузят. Все.
О, мой кабал победил. Вот я верил в то, что если я его выберу, он затащит даже без флота в блоу. Ну что-то Скорпион, конечно, лажанул немножко. Давай, 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 у тебя еще флота в блоу есть. Или ты его использовал уже? О-о-о. Почему-то первый раз у меня персы проигрывают, а второй раз они лажают очень сильно. Захват им делай, захват, захват, давай, кабал. Ну как я учил тебя, помнишь? О, другое дело. Не, ну это можно было и не демонстрировать. Зачем? Зачем? Ну ладно, все, желтый доллар будет. Но ничего страшного, ничего страшного. Давайте посмотрим еще раз, что будет дальше. Это третий поединок, у нас счет 1-1. И я уверен на 100% мы можем победить. Эрон Блэк, тащи. Это всего лишь дым от пис... А нет, это я. Это всего лишь Дейзи Стинг какой-то. Да что ты проигрываешь? Ты только вот Аутблоу не используешь. Так, ладно, это был первый поединок, отлично. Гаси его. Ну давай, Эрон Блэк, ну что ж такое медленное? Во, другое дело. Не, он проиграл здесь 100%, потому что он не особо много урона нанесет, и его добью сейчас. Нет, победил, счет 1-1, нифига. А, у него флотал блоу остался. Капец, ты здоровье потерял. Эрон Блэк, там статую схвати какую-нибудь. Отраву, бросай отраву Скорпа. Фу, он промахнулся флотал блоу. Да, счет 2-1, отлично. Давай, трави его. Хорош. Вот так вот. Вообще не трави, наверное. Спепеляй просто-напросто. Это мои персонажи, ребят. Но вы понимаете, души теперь 100% нужны на таком-то аккаунте. Камон. 562 тысячи монет. Бои с ИИ завершены. Вы получили грабителей из Тувумба, Кана Облик, Смертельная редкость и Пурпурная страсть. Китаны, что ли? Так, смотрим. Смотрите, борьба, агрессия. Ну, у Sony Blade агрессии и комбо были на все 100. У меня все распределено на пятнашку. И возвратная атака, и комбо, и агрессия, и борьба. В общем-то, видимо, из-за этого я, наверное, и победил, потому что у меня распределение было достаточно четкое, а не акценты сделаны именно на одну команду. Атака один раз, защита ноль раз. Ну, мне нужно, конечно, бой с ИИ распределять немного, но все-таки мне понравилось, это выглядело кульно. Еще раз, ребят, давайте повторим. Все, что вам нужно сделать, это подписаться на канал и на Инстаграм, а также оставить ссылку на свой Инстаграм в комментариях под этим роликом. Все, дальше вы уже участвуете в конкурсе, и розыгрыш будет 10-го. Нет, не 10-го, через 10 дней. Через 10 дней, это получается 6 сентября. А на этом я считаю, что можно ролик заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, а также конкурс, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!